Нифига себе, уже видно графоний какой-то. Всем привет, дорогие друзья, с вами Никетсу Маракайта. Я начинаю играть в The Ultimate Doom, а именно Doom Remake 4. Вы слышали об этом ремейке? Я думал, он создан как демоверсия. Ребята, это, конечно, удивление большое, но я поиграл. И это реально самый достойный ремейк, который, наверное, есть в интернете, хотя остальные не видел. Собственно, сейчас вы все увидите, графические эти изменения и все тому подобное. Что я хочу рассказать. Я фанат Дума. Я The Ultimate Doom проходил. Оригинальный, Doom оригинальный, то есть где-то 3 эпизода. Brutal Doom. И, собственно, Doom... Сейчас вам скажу вторую часть, собственно. Также Final версию, только... Final Doom, там две части будут, Intervision, The Plutonium Experiment, проходил тоже Brutal версию. Собственно, что еще могу сказать? Ну, на канале вы можете посмотреть Doom 64, как в Doom я играл. Собственно, Doom мне очень нравится, это реально бессмертная классика. Ну, а сегодня мы вот будем играть в Doom Remake 4. Я надеюсь, вам понравится, давайте уже приступим к осмотру. New Game, и у нас есть тут... побольше сделаю звук. 4 эпизода. Книги Prince Dead, что переводится «Поколение мертвецах». The Shores of Hell, что переводится «Берега ада». Inferno — это сам ад, типа. И The Flesh Consumed, я не помню, как это переводится, но ладно. Начнем вот, конечно, с первого эпизода. I'm too young to die, hate not to rage, hurt me plenty. На втором все-таки, давайте попробуем. И слышите эту музыку? Блин. Тут много будет переработанной очень музыки, поэтому привыкайте к этой атмосфере. О, да. Блин, ну графически реально сделано очень хорошо. Как же под эту музыку мне прикольно все-таки. Каким путем пойдем? Я знаю некоторые тут секреты. Можно пройти, кстати, вот сюда вот. Давайте возьмем тут руку. Блять. Давайте таким путем пройдемся. И осмотрим, конечно, задник. Как-то непривычно немного в так вот ходить. Блин, ну реально, посмотрите на этот ремейк. Мне он уже нравится графически. Спидран не будем делать, собственно, зачем? Можно и так телеку можно дойти. Насколько я помню... Сейчас, подождите. Да блин, а что, нельзя бочки, что ли, уничтожить? Почему? Как бы я не стрелял, ну ладно. Вот. И тут секрет можно найти сразу. Собственно, вот эта вот пушка, она нам еще и пригодится очень сильно. Это переработанную музыку в интернете, собственно, брали. Не знаю. Все, прошли! О, 100%, 366. Какой там еще секрет есть, собственно? Ну, сделано реально прикольно. Я не знаю, сколько лет заняло это. Но это правда очень прикольно. Ну, Nuclear Plant, электростанция. Безусловно, классно. Очень классно. Что там? Что это тут наблевали, как будто... А можете показать мне разработчиков Doom Remake 4? Это очень круто. Нужно там в настройках еще покопаться и кое-что переделать. О, а, нет, все-таки взрывается глянтика. Так, у нас ключи. Стоп. А, вот. Ну что, будем секретики находить? Давайте, некуда торопиться. Поищем секреты там разные. Под эту переработанную музыку еще в кафе или кайф играть. Не лагай.
что-то Doom залагал. Собственно, это очень секрет. Миллиона раз проходил эти уровни. Очень много. Поэтому как бы все тут, в принципе, знаю. Блять. Только на спрайта хочу посмотреть. Как они тут выглядят. Вас одно выстрела, да, понятно? Мы скачем много отходим, если честно. Чего-то. Некоторые секреты я не знаю, как получить. Как здесь как? Там как-то можно пройти же, да? Пригнуться же можно и пройти. Не, ладно. Ладно, идем дальше. На следующий уровень. Вышка немножко открыта, если честно. Ну реально круто. Или это просто перенесли на движок, я не знаю. Какой-то. Или с нуля это сделали. Я без понятия. Но сделано как бы вообще очень классно. Безусловно, респект тому, кто вообще сделал это все. Если это один человек, это... Да не, мне кажется, тут команда какая-то делала. Я еще, кстати, не сохранялся. Ну и не надо, собственно. You are here. А вот тут... Вроде спидран пока не будем устраивать, все никакой. Хотим устроиться. Они не с одного выстрела, а как бы с одного выстрела. А! Двоих сразу так понял. Вот. Тихо. Двухстволку вот люблю, но она во второй части только. Что жалко. Реально, вот я кайфую от этой графики, от этой определенной музыки. Рекомендую скачать, реально. Вот я даже еще не прошел, но реально рекомендую. Безусловно. Это будет охрененно. Блин, мышка немножко какой-то будет. Кто там? Нет, подождите, мышка отходит. Наверх, 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 давай. У меня, если честно, знаете, сколько FPS? 26, да, все. Да. Вот. Ну, здесь я секрет знаю сейчас. О, все. Вот оно. Ой, блин. Блин, еще мышка так открыт. Во! Сверху тебя будет. Секрет. А, подождите, а это что было? Вот это. Оу-е! А вот это я не находил, это чисто случайно. Прикольно. Хорошо, что тут еще прыгать можно, а то так нельзя не делать. Надо что-то сделать, я помню, но ладно. Это на секретный уровень выйдем. Так не было, нет, все странно. А! Оу, мать! Смотрите на его тело. Мне ничего не осталось, о бог. Все нормально вообще, класс. Я никогда не понимал, если честно, смысл карты в Думе. Она непонятна, вообще, по сути. Как думаете, время сохранится или нет? Командный контроль. Контрольный команд. Знаете, в чем фокус? Тут весь секрет сразу под носом.
Гранвата. Под лагерь чуть или нет, как думаете? Вам видно, что лагерь? Или мне показалось? Вот так можно туда как-нибудь? Блин, стоп. Хе! Можно, гляньте-ка. А что там? А, ну, не, я туда не полезу. Идем сюда сразу. А, если на телефоне очень много раз проходил. Но модельки сделаны очень хорошо. То есть достойно ремейком сказать точно. Как бы модельки немножко, как бы, немного не те, которые можно было ожидать, но это безусловно охрененно. Кого они там убивают? Друг друга? Меня еще стреляет тут. А вот мы нашли путь. Это быстрый уровень, собственно, смотрите, как его пробил. Убивать мы не будем. Самый такой будет, мне кажется, седьмой для нас. Сколько процентов? 66. 13.33, ну как будто ЭЭ написано 33 за минуту в лаборатории на Фобосе. Ага, давайте-ка. Да буквально чуть-чуть осталось, да. Но первый эпизод не такой большой. Это больше будет, мне кажется, в этом четвертом времени займет. Так, ну здесь ничего мы не сможем сделать. Здесь только постреляем там. А здесь тоже ремейк музыки сделан. То есть кавер, кавер ремейк музыки, блин. Да что с мышкой-то, ё-моё. Так, это мы взяли, так. О, еще один секретик есть, кстати, вот сюда можно идти. Ага, вот. Это сделано на каком диске? Unreal Engine или... на каком вообще? Что там было, я не видел. Все в мясо. А я, кажется, знаю еще один секрет, вспомнил. Вот только что прям на записи. Сейчас. О-о-о! Себя убил! Молодец! Вообще класс, ладно, сейчас я их убью. Так, все нормально. Теперь сюда идем. Ой. Смотри, ты сделал аптечку зайти. Нет, я не про этот секрет, конечно, но все равно. Вау, теперь мы можем... Ну, понимаете, если честно, Сириус Сэм. Ну, не кажется? То, что когда мы ма-ма-ма-ма, так нужно. Или что, моделька, кстати. Ну, а тут что-нибудь есть? Ой, секрет. А... Офигеть! Я этот секрет первый раз сейчас нашел. Ну ладно. Тихо. Будем вот так вот убивать. Это же Doom все-таки у нас. Ну все-таки похвала id Software за их плату в игровой индустрии вообще. Безусловно. Хорош, больше. Без дыма некоторых игр говорят не было бы. Поэтому реально спасибо. И мне безусловно, как сама серия, это нравится. Центральный процессинг. Нет, это еще не то. Это. Или. Нет, это шестой уровень. Да, шестой кусок. Берем вот эту вот пушку и идем дальше. Подлагивай, да, сколько? 20 FPS. О, звук, кстати, из этого. Заметили из третьего дома. Все подохли. Уа, пошла мастья. Это на... Я не знаю,
Может мне пройти Doom на Nightmare? Попробуй. Кстати, посмотрите Альфа Doom. Тоже интересно. Только это не крабельная версия, насколько я помню. И я играл в Duke Nukem Battle, собственно. Совершенно другая игра. Просто совершенно другая. Но хорошо, что сделали на тематику все-таки систематики там подобное. Так, это ты выйдешь? Блять, да! Какой вы? А, погоди. А там не будет ничего, я не знаю. Нет, тут не ничего. Все. А может здесь что-то есть, типа? Не, вообще ничего. Ну, давайте проверим все. Секрет хоть нашли. И сферу возьмем, там все. Тихо! Так, вот сюда, ага. И опять вот два секрета, которые находятся рядом. Синий ключ мы... Подождите, взяли, да? А идти нам надо, насколько я помню, сюда, да? Да. Давайте. Да, у меня же внизу индикатор есть. А, нас не видели. Это же как в Койке я недавно играл, там же нас не видели. Тихо! Пошел нахер. Куда нам туда идти? Сюда, да? Ой. Стоп. Сюда, да. Ну, здесь сумочка-то откроет. Не, она все равно как-то немного отходит. Прям подсадит. Рекомендую еще прочитать, кстати, книжку «Библия Дума» называется. Надо вот прочитать ее. Почему рекомендую, хоть я не читал. Там сюжет Дума вообще описывается более подробно. У меня была идея создать визуальную новеллу в Думе. Ну как в Думе, я имею в виду про Дум. Дарин по игрушке, как я делал всю новеллу. Вот сука. Оп. Странно, сколько пройдет все первый эпизод? А, вот все сюда! Не, первый эпизод я вообще наизусть знаю. Сейчас. Ну, быстро все проскочим. Только подлагивать немножко, но ладно. Или вам не кажется, что вот это не кажется, что это. Да блин! Заебал. Не убью сейчас? Заметьте, я не сохраняюсь. Я сейчас и умру, наверное. Нет, жизни как-то достаточно. Второй уровень сложности. Второй уровень сложности. Ну, не совсем сложно, конечно, собственно. Вообще никаких трудностей на пути нет. Это компьютерная станция. Ну вот этот уровень, если честно, мне не совсем нравится. Это единственный, наверное. Все остальные как-то особо запоминаются, но, блин, этот как-то вот не совсем. Первым делом нам надо идти сюда. Я, тихо, где? Под жопу он идет и не видит. А что? Нет? Тихо! Как не фаерболы делают, странно вообще. Интересно. Вот тут задумался. Тихо! Нахуй. Посмотрите на эту графику HD. Ну, безусловно, интересно в это играть. Если вы давно еще в Doom не играли. Так, отсюда можно. Так, сейчас я сохранюсь. Напишу Ники. Никетсу. Вот это будет на сохранение. И куда, собственно, идти?
сломала систему игры, собственно. Куда мне идти дальше? Не, стоп, вот, а что ты видишь? Ага. Секрет нашли не самым таким способом оригинальным, но все равно, это не будет. Так. Насколько я помню, сюда надо идти. Если кто не знает, Фобос, это спутник Марса, как и Деймос, который будет еще поздно. Так, сюда, во втором эпизоде. Меня удивляет концовка этого эпизода, на самом деле. Вот потом увидите ее. Кто не видел вообще, я думаю, все уже давно видели. Как фанаты думают, это безусловно. Блять! Фу, я думал, сейчас умру. Пока сохраняться не собираюсь, как я говорю. В этом я не вижу смысла. Что там происходит? Блять, вот... Проблема с мышью. Она тут отходит или нет? Что это такое? Кто там? Где? Где там стреляет вообще без понятия. А, вот он. Что, он в стенку стрелял, что ли? У меня рядом-то не было. На, вау! Ну, теперь, собственно, идем к концу. Изучал, ладно. Но это тоже целый эпизод, он просто легкий, на самом деле. Там я никогда не... Вот откуда стреляли? Они видели меня? Они ждали, что ли, такое ощущение? Ну, правда. Здесь кто-то опять вылезет, я уверен. А, не, это только на Найтмэре может. Они друг друга тут попереубивали. Ну и, собственно, последний уровень. Ну, это все, дорогие друзья. Я буду делать видео, на самом деле, по одному уровню. Ой, тьфу, по одному эпизоду. Чтобы, так сказать, Фобос Энамали. Чтобы, так сказать, компенсировать все это. Мне нравится этот момент, смотрите. И это такой умер... А что произошло? Мне аж жалко его, если честно, если так вот приглядеться, мне правда жалко его. Может, на такого могу мне сложности попробовать? А то как-то слишком уж легко. Да, второй эпизод пройдем на другом уровне сложности, все-таки я решил. Так, мы все взяли? Вау. Все, без сохранений сейчас первый эпизод пройдем. Тихо! Это что у нас? А, броня полная. Я говорю, все, сейчас, быстро пройдем. Тут трудностей не составляет никакой. И он, по-моему, одного уже убил. Все! И переводить буду с переводчика. Все! Да, надо ставить другой уровень сложности. Более такой жесткий. Шесть из 21. Меня удивляет, а если... IDDQD, кстати, не работает. Если мы ведем и... Сейчас увидите, короче. Вот лестница это поднимается, мы сейчас должны будем идти. Может, это секрет тут есть такой? Сейчас мы шагнем в телепорт. И все. Нас, по идее, по сюжету здесь должны убить. Но, собственно, нас и убивают. Once you beat the big bad seas and clear out the moon base, you're supposed to win, aren't you? Aren't you? Where is your father? В общем, сейчас я переведу, что тут написано. Итак, я зачитываю вам то, что я перевел в переводчике тупорылым немножко.
Ладно, офлайн. Извиняюсь. После того, как вы побили большие приманки, очистили лунную базу. Большие приманки. В общем, так, демонов, в общем, большую стаю демонов, собственно. Ладно. А которого тут так. Тупой перевод. Просто наитупейший, ну ладно, прочитаю. После того, как вы побили большие приманки и очистили лунную базу, которую вы должны выиграть, не так ли? Не так ли? Где твоя жирная награда и билет домой? Что, черт возьми, это не должно закончиться, это так. Это воняет как гнилое мясо, но выглядит как потерянная база Деймос. Похоже, ты застрял на берегу ада. Единственный выход проходит через этот путь, собственно. Продолжи играть на берегу берега ада и удивительное продолжение Инферно, собственно, третий эпизод. Я надеюсь, вы поняли. Не, ну что тут непонятно, собственно, все. Как бы, да. Мы сейчас перейдем к новому эпизоду, ко второму. И, ну и, собственно, все. Ну и так, насчет таких впечатлений я могу вам сейчас немножко рассказать. Собственно, безусловно, понравилось ремейк. Пока мне очень сильно нравится. Вот эти вот текстурки, спрайты, переделанная музыка, в общем, нормально. Но первый эпизод-то первым эпизодом, он более знаком, но более хочется мне поглядеть на уровни, которые не совсем, может, запомнились мне именно из-за второго эпизода, Showers of Hill. Советую, да, обязательно советую скачать, как фанату, безумно советую. Ну и ладно, на этом все. В следующем видео увидите, как я буду проходить второй эпизод. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Никетсу Маракайта, также скачайте мою новеллу по ссылке в описании. Последний посыл уходящего года и перевод Doom It Love, который я скоро переведу, или уже перевел, не знаю, на момент записи еще не перевел. Всем удачи, всем пока!